10 дней на устранение замечаний. Именно такие сроки определил подрядным организациям мэр Махачкалы Салман Дадаев. Накануне градоначальник инспектировал улицу Каркмасова, а также скверы имени Фазуалиевой и борцов революции. На месте выяснилось, что с ремонтных площадок вовремя не вывозится мусор и возникли проблемы с поставкой опор уличного освещения, скамеек и урн. Полностью весь мусор начинайте вывозить, чтобы они вот это не присыпали кучу грунтов. Организация, особенно вот та, которая вот эти велосипедные дорожки делала в сфере Фазуалиевой, они в принципе не должны больше ни на какие подряды выходить, если они это не переделают. Градоначальник пригрозил подрядчикам штрафными санкциями вплоть до внесения в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Остались газоны, пусть завершают все газоны. Все объемы, которые в рекламациях, замечания, которые указаны, или они приступают к устранению, или мы начинаем, получается, претензионную работу. Понял, Слава? Вот все замечания, которые выданы, по отколовшейся бордюру, по плохо уложенной плитке, по покосившемуся столбу, у нас же все замечания даны. И рубля не давать, пока все не исправить. Это первое. И второе. То устранение, если они, опять-таки, вот, так же, как и по спецстроймонтажу, такая же ситуация. Если они до 15 числа не завершают, с 15 числа претензионную работу и включение в черный список недобросовестных поставщиков. С ними нянчиться здесь никто не собирается.